мы начнем сразу делать это упражнение. Так, почитаем и делаем, выполняем задание. У нас есть, chúng ta có những cái từ ở trong ngoặc này. Bài tập dạng như này người ta gọi là bài tập phá ngoặc. Phá ngoặc này có nghĩa phải biến những cái danh từ này ở cái định dạng cần thiết. Хорошо. Почитай, пожалуйста, и делай вот это задание. Em hãy đọc và làm bài tập này nào. Это мой брат Антон. Антон и его семья живут в России. В России. Хорошо. Антон работает? Антон работает в больнице. Все. Хорошо. А это его жена? А это его жена Катя и сын Дима. Катя работает на почте. Да. А Дима? А Дима учится в школе. В школе. Каждый день. Каждый день Антон и Катя встают рано и идут на работу. На работу, хорошо. Их сын Дима тоже встает рано и идет в школу. В школу, хорошо. Но в 2 часа дня Дима уже дома. Дома, хорошо. Он? Он обедает и делает домашнее. Здание. Домашнее задание, да. Катя идет. Катя идет дома. А домой. Домой. Да. 6 часов вечера. 6 часов вечера. Вечером она идет в магазин. Да, идет в магазин. Готовит ужин и занимается спортом в парке. В парке, хорошо. Антон идет. Антон идет домой. 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 Но Антон идет домой. Да. Поздно. Поздно. В 8 часов вечера. Сначала они ужинают. Ужинают, а потом идут спать. В выходные они часто гуляют в городе. В городе. Хорошо. Хорошо. Так, где живут? Антон и его семья? Они живут в России. В России. Где Антон работает? Он работает в больнице. В больнице. А как зовут его жену? Его жену зовут Катя. Катя. А как зовут его сына? Его сына зовут Дима. Дима. А где Катя работает? Она работает на почте. На почте. На почте. Почте. Да. А где Дима учится? Дима учится в школе. В школе, хорошо. Когда Антон и Катя встают каждый день? Они встают рано. Они встают рано? Куда они идут каждый день? Куда они идут? Куда? Куда они идут? Они идут на работу. На работу. Они идут на работу. Хорошо. А когда сын Дима встает? Он встает? Он встает рано. Тоже встает. Тоже рано. И куда он идет? Он идет в школу. Когда Дима будет дома? Он дома в 2 часа дня. Он 2 часа дня уже дома. Хорошо. Что он делает дома? Он обедает. Делает домашнее задание. Домашнее задание. Когда Катя идет домой? Катя идет домой в 6 часов вечера. 6 часов вечера, хорошо. Что она делает вечером? Вечером она идет в магазин. Угу. И готовит ужин, да. И занимается спортом в парке. Хорошо. Когда Антон идет домой? Антон идет домой поздно. В 8 часов вечера. 8 часов вечера. 8 часов. Не говорят в 8, а говорят 8 часов вечера. Хорошо. А так,
И что они делают дома вечером вместе? Сначала они ужинают, а потом идут спать. А, ужинают, потом идут спать. Хорошо. Что они делают в выходные? В выходные они часто гуляют в городе. Они гуляют в городе. Да? В выходные они гуляют в городе. Хорошо. Молодец. Мы сейчас отвечаем на эти вопросы. Подберите противоположные по смыслу слова. Ты зачем так конфайлом знал? Противоположные. Là ngược nghĩa. Chúng ta hãy đặt bên đây những từ ngược nghĩa. Рано. Поздно. Поздно. Зима. Лето. Лето. Еще вы. Дорогой. Дорогой. Дорогой, да, еще вылезай. Богатый. Богатый. Бедный. 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 Война. Война мир. Война. Мир. Мир. Трудный. Мир. Трудный. Легкий. Легкий. День. Ночь. Ночь. Редко. Часто. Часто. Утром. Вечером. Вечером. Светлый. Темный. Темный. Всегда. Никогда. Никогда. Днем. Ночью. Ночью. Короткий. Короткий. Да, короткий или зинал? Короткий или ngắn? Ngắn. Vậy ngược lại thì là dài. Dài là gì? Длинный. Отдыхать. Отдыхать. Работать. Работать. Холодный. Горячий. Горячий. Здравствуйте. До свидания. Да? Здравствуйте, до свидания. Хорошо. Хорошо. Như vậy ở đây, trang này nếu như có trạng từ nào mà chưa nắm vững thì sau đó thầy sẽ gửi hình cho em sẽ xem lại nhé. Хорошо. Мы опять раскрываем скобки. Chúng ta lại lại mở ngoặc nào. Lại phá ngoặc nào. Đấy. Так. Наша внучка встает в 7 часов. Утром. Утро. Утро. Утро, да. Они любят заниматься спортом вечером. Я чищу зубы утром. Утром, днем, вечером. Три раза в день, да? Я чищу зубы утром, днем и вечером. Хорошо. Что вы делали вчера в 2 часа? Дня. Дня. Доброе утро. Да? Утро. Доброе утро. Доброе уже утро. 8 часов утро. Утро. Хорошо. Журналист работает днем. Днем и ночью. Днем и ночью. Это значит, он много работает, да? Можно и говорить и день, и ночь. Журналист работает день и ночь. Можно и так говорить, да? Đây chúng ta có hai phương án, hoặc là днём и ночью, hoặc là день и ночь. Đúng không? Đấy, đều có thể được. День и ночь đó là phương án ở cách 4. Днём и ночью đó là phương án ở cách 5. Đấy, hai phương án này tương đương như nhau. Так вот, хорошо. Мы идём спать в 12 часов. Ночи. Ночи. Ты что ты делаешь? Днём. Днём. Хорошо. Сейчас 6 часов. 6 часов вечера. Вечера уже? Уже вечера. Уже вечер. Уже вечер. Вечер, да? Уже вечер, да. Да, я понимаю, уже вечера. В Москве сейчас? Дня. Нет, сейчас день. А во Владивостоке уже? Уже ночь. Ночь. Ở Moscow bây giờ là ban ngày, trong khi đó ở Vladivostok đã là ban đêm rồi. Đấy, nước Nga rất rộng, hơn 11 múi giờ đấy. Tổng cộng 11 múi giờ, cho nên là gì? Là
Một nơi thì là ban ngày, còn một nơi thì còn đang là ban đêm. Хорошо. Ну вот, это тоже интересное задание. Мы сейчас посмотрим. Ở đây chúng ta sẽ phải làm gì nào? Chúng ta phải chia động từ. Đấy. Chúng ta xem chúng ta chia động từ nào. Так вот, сначала я занимаюсь спортом, а потом принимаю душ. Да? Сначала я занимаюсь спортом, а потом принимаю душ. Дети сначала чистят зубы. Чистить. Да, чистят. Чистят зубы, а потом идут. Чистят зубы, потом идут спать. Зубы, да? А потом. Утром мы завтракаем. Завтракаем, а потом мы идем. Завтракаем, потом мы идем на работу. Хорошо. Вечером Катя. Вечером Катя бегает. Бегает в парке, а потом принимает ванну. Хорошо. Обычно я готовлю завтрак. А моя жена готовит ужин. Хорошо. Елена, вы никогда? Вы всегда? Елена, вы всегда идем спать. Идете спать в 11 часов вечера. Выходные мои родители бегают в парке вместе. Хорошо. Когда я иду на работу, я слушаю русские песни. Хорошо. Это значит наше задание. Хорошо. Так вот, chúng ta chỉ làm một lần, bởi vì những cái bài này là các em làm để rèn luyện kỹ năng, cho nên là các em cần phải làm nó nhiều lần. Sau đó thầy sẽ gửi bài cho em và em sẽ phải đọc nhiều lần đấy. Хорошо. Chúng ta cùng làm bài số 1 nào. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi, đúng không nào? Đấy, đặt câu hỏi cho từ biến động в ресторан. В субботу мы идем в ресторан. Câu hỏi sẽ là gì nào? Где вы идете в субботу? Идти là động từ chuyển động. Vậy động từ chuyển động không bao giờ trả lời cho câu hỏi где. Bởi vì где đó là động từ đứng im, không chuyển động. Đấy. Vậy thì động từ chuyển động trả lời cho câu hỏi chỉ phương hướng. Mà câu hỏi chỉ phương hướng là куда. Đúng không nào? Куда вы идете в субботу? Куда вы идете в субботу? Они всегда обедают дома. Где они обедают? Где они обедают? Хорошо. Я изучаю русский в среду. Какой день ты изучаешь русский? Да, или когда, да? Когда ты изучаешь русский язык, хорошо? Я иду на работу в 8 часов утра. Во сколько ты идешь на работу? Во сколько ты идешь на работу, хорошо? Мы идем в больницу. Куда вы идете, хорошо? Сегодня четверг. Какой дни недели? Какой сегодня день недели? Какой день недели сегодня? Какой сегодня день недели? Những cái dạng câu hỏi này là những dạng câu hỏi khó. Nếu mà các bạn học mà các bạn không để ý thì các bạn sẽ không hỏi được. Thậm chí kể cả những cái người mà bây giờ cũng nói tiếng Nga một vài năm rồi nhưng mà vẫn có khi là vẫn không lúng túng không nói được cái câu này đấy. Đấy, cho nên chúng ta lưu ý đối với những cái câu này là những câu hỏi dạng câu hỏi khó. Khó bởi vì sao? Là nó là những câu hỏi tiêu chuẩn chứ không phải là câu hỏi dịch từ tiếng Việt sang.
Какой сегодня день недели? Я занимаюсь спортом в парке. Куда, а где ты занимаешь спортом? Занимаюсь. Я занимаюсь спортом, да? В выходные мы идем в театр. Когда ты идешь в театр? Да, когда вы идете в театр. Когда вы идете в театр, да? Театр. Когда вы идете в театр, хорошо? Когда да? вы идете. Наташа идет в посольство. А кто идет в посольство? Кто идет в посольство? Хорошо. Иван Русский. А кто Иван по национальности? По национальности, хорошо. Хорошо, дала. А, байта пучинта. А, беда чинта секо. À, cái phần bài tập này à, chúng ta sẽ nhìn nào. Trong phần bài tập này chúng ta làm cái gì nào? Sửa lỗi sai. Ở đây chúng ta sửa lỗi sai. Đấy. À, thế nào? Завтра мои дети идут. Завтра мои. À, phải là gì? В ресторан. Đấy. Ресторан. В ресторан. À, đúng nào. Выходные я всегда встаю в 10 часов. Выходные я всегда встаю в 9 часов утра. А, đây là 10, chứ không phải 9, đấy. 10 часов. 10 часов утра. 10 часов утра, хорошо. А, каждый день мы гуляем или в парке или в или городе. В городе, да? А, каждый день мы гуляем в парке или в городе, хорошо. Раньше его племянник работал. Раньше его племянник работал на заводе. На заводе, хорошо. Наша подруга занимает. Наша подруга занимается. Занимается. Подуйся, да? А, động từ là động dạng, động từ подуйся. А наша подруга занимается спортом. Занимается спортом. Спортом в субботу. Мой дедушка никогда. Мой дедушка никогда не готовит обед. Не готовит. Никогда не готовит. Tức là gì? Trong tiếng Nga là phải dùng phủ định hai lần. Đấy. Никогда đã là phủ định rồi và не lại là phủ định lần nữa. Đấy. Đó là cái khác biệt đối với tiếng Anh. Tiếng Anh thì never được rồi đấy. À đó. À thế nhưng mà trong tiếng Nga là phải có не готовит. Đúng không nào? Đấy. À так. À tiếp theo nào. В пятницу. Пятницу мы часто. Пятницу. Да. Đây là câu chúng ta là dùng в пятницу. Bởi vì là muốn nói rơi vào ngày nào trong tuần chúng ta phải dùng cách 4. В пятницу. Вечера он читает журнал и отдыхает. Мы часто ужинаем в ресторане. Да. Câu 8 nè. Câu 8. Вечера он читает журнал и отдыхает. Вечером он... Да. Вечером, да? Вечером. Да. Вечером он читает журнал и отдыхает. Хорошо. Наш сын идет. Наш сын идет спать в 11 часов, часов вечера. Да? Наш сын идет спать в 11 часов вечера. 11 вечера. Да? Вечера. Так, в 11 часов вечера. Вечера. В 11 часов. Ой, часов. Да? А, хорошо. Хорошо. А, так, не вы, дай чинта кобайтап не сав. Байтап чинта не хенай. Да? Байтап не чинта не хенай. Так, chúng ta phải làm gì với nó nào? Chúng ta cần phải trả lời câu hỏi. Да? Что ты обычно делаешь утром, днем, вечером, ночью, а выходные? Да? Я обычно встаю утром. Да. И иду на работу днем. Я обычно ужинаю вечером. И я обычно слушаю спокойной ночи песни
Песня ночи. Ночью. Ночью, да, ночью. Я ночью. Обычно ночью. Ночью я обычно слушаю музыку. Слушаю? Да? Музыку. Музыку или песню. Да? Можно песни и можно музыку. Хорошо. А в выходные что ты делаешь? Выходные я обычно в какой-нибудь. Ну, я в выходные обычно езжу. Езжу. Езжу в деревню. В деревню. Да, езжу в родную езжу. Деревню, да? Или в свой родной город. А, да? Хорошо. Ты любишь заниматься спортом? Да, я очень люблю заниматься спортом. Спортом. Каким видом спорта ты занимаешься? Я занимаюсь футболом. Футбол, да? Я занимаюсь футболом. Футболом. Или я играю в футбол. Я играю в футбол. Да? Можно вопрос? Да. Шахматы – это спорт? Да, шахматы – тоже спорт. Да. Да. Я занимаюсь футболом и шахматами. Шахматы. Или я играю в футбол и в шахматы. Шахматы. А, да? Ты должен заниматься, а ты. Я занимаюсь футболом и шахматами. 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 Да, шахматами. Да? Вот так вот. Хорошо. Хорошо. А где ты занимаешься спортом, футболом? Я занимаюсь футболом. В парке. Футболом в парке. В парке, да? Хорошо. В какие дни недели ты играешь в футбол? Я обычно играю футболом в субботу и в воскресенье. Во сколько ты играешь в футбол? Я играю футбол в 7 часов утра и до 9 часов утра. До 9 часов вечера. А, до 9 часов утра, да? Утра. А, 2 часа, значит, ты играешь, да? Хорошо, ты встаешь рано? Да, я встаю рано. Хорошо, во сколько ты идешь на работу? Я иду на работу в 8 часов утра. 8 часов утра. Хорошо, что ты делаешь каждый день? Работаешь, да? Что ты делаешь каждый день? Я чищу зубы каждый день. А, ты чистишь зубы каждый день, да? Чистишь зубы каждый день. Один раз или два раза, или три раза? Два раза. Два раза. А, это когда утром и вечером, да? И утром, и вечером. У тебя зубы хорошие? Неплохой. Неплохие. Неплохие. Да? Но у тебя... Да. Не хорошие. Нехорошие? Нехорошие и неплохие. А плохие. А, средние. 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 Ну, понятно. Так. Все ясно. Зубы надо чистить постоянно и беречь их, да? Хорошо. А то они могут портиться, да? Так, кариес. Если зубы портятся, то есть на зубах кариес. Кариес, да? Кариес. Кариес. Кариес, да, кариес. Кариес. Да. Это когда зубы портятся, это очень плохо. Да. А если ты видишь, что у тебя кариес, обязательно надо идти к врачу. И надо заделывать, пломбу поставить. А то они портятся, потом будет очень больно. Это очень опасное. Почему опасное? Это не опасное.
Đau, chúng ta sẽ cảm thấy đau đọc tiếng Nga là như thế nào? Nó đã, ты чувствует боль, да? Зубная боль, да? Мы говорим, что зубная боль, да? Зубная боль. Зубная боль, ты говори. Говорят, что у меня зуб болит. Chúng ta có động từ болит. А, субботу ты занят, да? Thứ bảy là em bận đấy. Em chưa bận đến khi nào mà em phải đi học cái lớp tiếng Anh vớ vẩn kia thì em bận. Все ясно, да, да, да. Хорошо, значит будем учиться. Спасибо, пока. Спасибо, до свидания. Да, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online của môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.